Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариум на ферме. Итак, вот, приехал сегодня на разводин только покормить рыбу. И приятного всем просмотра. С вами Александр. Хорошего дня и вот такого настроения. Ну и приступим к маленькому обзорчику, что у меня здесь случилось, ребят. За примерно месяц, по-моему, если я не ошибаюсь. Но посмотрим. Немножечко, вот света маловато, алые барбусы. Ничего не принесли. Здесь огненные пару икринок только. И здесь огненные тоже пару икринок. Но они, скорее всего, не отнерестились. Температурка нормальная, 26 градусов. Ну и икринка. Личинка. Личинка чувствует себя очень-очень даже, я бы сказал, хорошо. Здесь ее так совсем не мерено. Куда-то порасплывались все эти личиночки. Ну, по целому аквариуму хватает. Также здесь личинка, вот смотрю, начинает плавать. Сейчас это все дело покормим инфузорией, так сказать, первый день. Ну и отстаивается артемия первый день, вот для маленьких тернешек. Сейчас вот здесь тоже посмотрим. Здесь у меня малечки, только вода грязная, нету лифта, но малек есть. Малечек есть, ребят, и это очень хорошо. Очень это все дело радует. Здесь маленькое-маленькое количество тернешек. Вот они вот внизу. Вот видите, уже такие вот по пол сантиметра. Хорошенькие, и также корики. Только убирал вот недавно, вот и недостатки того, что нету аэрлифта. Снова грязи куча. Здесь тернешка. Тернешка начинает только плавать. Она такая медленная, но сейчас тоже будем это все дело кормить. А здесь вот Данюшка. Я не ожидал, что такое количество, конечно же, проклюнется, но есть. Есть и не маленькое. По вишенке вот самочка забилась вот сюда вот в уголок, вот видите, и не хочет она выплывать оттуда. Сейчас мы ее принудительно достанем оттуда и надеюсь, они отнерестятся. Она что-то застрягла или что-то. Давай. О, выплыла. Наконец-то, и надо вот так вот сеточку чутка подвинуть, чтобы не заплывала ни туда, ни сюда. И надеемся на нерест. Но это скорее будет уже завтра. Ну и остальную рыбку сейчас вместе с вами кормим. Видео будет таким не маленьким. Кофе сделали. Вот оно стоит. И попьем кофе и начинаем кормить рыбку. Приступим, ребят, к этой вот стоечке. Я вот по чуть-чуть, чтобы не пропустить никакой аквариум, кормлю по стойке. Вот большую рыбку я кормлю раз в день и кормлю вот таким вот кормом. Здесь аллер и таблетки для самок. Коричневые это профессиональные от золотой рыбки, а разноцветные это тоже от золотой рыбки, но кушают они вот прекрасно. Совсем чутка, вот видите, забросил, а они сразу начали метушиться. Дальше. Везде у меня есть анцитрусы, и надо их подкармливать. Вот такой вот, совсем чуть-чуть на ложечке. И вот сюда вот, в этот аквариум тоже. Засыпаем таблетки. Подъедают и рыбки, и подъедают, конечно же, и ампулярии. Вот такое вот количество рыбы здесь. Совсем чуть-чуть, немножечко. Возможно, даже и много я им даю корма. Но в скором времени надо будет этот аквариум разрядить и куда-то пересадить. Только никак не могу заказать камни. Вот здесь, вот видите, папаня выплыл. Почувствовал таблетки и сразу же приступился к корму. Сейчас вот аллер они съедают быстрым образом и приступают вот так вот по дне
метаться и есть таблетки. Это так делает Данюшка. Дальше приступаем к вот этому аквариуму. Здесь тоже немерено Данюхи. И также я забрасываю немножечко таблеток для того, чтобы подъедали хелены. У них улиток здесь нету совсем. Они истребляют моментально. Как только я забрасываю им катушек, они их моментально уничтожают. Вот так вот роится Данюшка. Прикольная рыбка. Мне очень-очень даже и нравится. Ну и приступаем дальше. Здесь у меня начинается совсем другая кормежка. Здесь воросники и рыбка совсем-совсем разная. Использую я вот такую вот смесь для маленькой рыбки. Это самая-самая маленькая фракция копинса и тоже от золотой рыбки на яичных желтках какой-то корм. Непонятный, но рыбка растет, кушает, питается очень хорошо. Понемножечку я вот так вот забрасываю. Совсем-совсем по чуть-чуть. И также в остальные вот аквариумы. Сюда вот совсем немножко. Вот рыбка сразу же активизируется поедать вот этот вот корм. Здесь гурамычи жемчужные, здесь гурамычи золотистые. И везде, конечно же, есть анцитрусы. Вот этой маленькой рыбке тоже я подсыпаю вот этот вот корм. Скорее всего, это он воду мутит, но вот так вот. И тернешки вот там, вон в дальний аквариум забрасываем. По вот этому корму все. И также я забрасываю по таблеточке, но только я вот такие вот зеленые даю для анцитрусов маленьких. Со спирулиной или как. Вот разламываю там на 4-5 частей и забрасываю в каждый из аквариумов для немаленького количества анцитрусов. И вот так вот они за день поедают. Вот эту рыбку я кормлю 2 раза в день, так как она маленькая и хочет кушать. Вот еще одна таблеточка осталась сюда. И анцитрусы у нас покормлены. Но не тут-то было. На стойке еще не порядок. Еще вся рыбка не покормлена. Сейчас у меня отстаивается вот здесь вот артемия. Я ее сливаю и покормлю. Одной рукой, конечно же, неудобно это все делать, но сейчас солью и покормим остальную рыбку маленькую. Артемия отстоялась, и вот такая вот у меня приспособа. Емкость для спуска воды, сачок из чулков и вот такая вот шлангочка. Этой шлангочкой я выливаю воду вот сюда вот с рачком, с концентрацией рачка, и тогда уже скармливаю понемножечку в каждый из аквариумов. Рачок однодневный, вот так он там он метушится на дне и вот здесь. Уже вот подготовил инфузорию для самых-самых маленьких. Вот такое вот количество шприцов. И у меня вот такая вот бутылка стоит. Вот здесь заливаю чистую воду и вся инфузория убегает в чистую воду. И тогда я уже шприцами ее убираю и в малявочнике. Ну и приступаем к спуску артемии для кормежки. Вот такое вот количество артемии у меня получилось. Я ее, конечно же, скармливаю по чуть-чуть, вот так вот на палец. И сюда вот тернешки. Еще раз и туда тернешки и коридоросом. Также вот немножечко Данюшки. Я ее, конечно же, сразу же по всех аквариумах разбрасываю, не только вот по стойке. Ну и здесь вот эти вот не нуждаются в таком мелком корме, но, конечно же, было бы очень-очень даже таки и хорошо. Вот сюда вот забрасываем.
барбусни. Сейчас вот эта барбусня, конечно же, будет с желтыми пузами. Вот сюда вот немножечко. И тернешки. Одной рукой, конечно же, совсем неудобно. Я не знаю, как получится это видео или нет. И вот сюда вот немножечко той тернешки, которая поплыла. Есть здесь маленькая, было очень много, но что-то осталось совсем немного. Вот этой тернешки, вот в том аквариуме намного побольше, где было икры намного меньше. Ну, и вот так вот я разбрасываю всем малышам, которые у меня есть, сюда, в аквариум, прямо сюда, также вон туда, вон гурамычам, но это уже не буду показывать, так как очень-очень долго будет видео затянуто, и так оно будет немаленько. Продолжаем кормить и берем вот инфузорию. Здесь ее, вот смотрите, вот такое вот количество, совсем немало, но она в чистой воде, и очень рыбка ее хорошенько поедает. Туда вон поплывшей тернешки в самый конец, совсем немножко, ну и сюда я даже не знаю, сюда не стоит, потому что уже рыбка большая. Также остатки выливаем вот этой пыли сразу же в аквариум. Вот видите, как она сразу распространяется. Берем еще один и вот сюда вот. Гурамычем ее получилась концентрация совсем не маленькая, но гурамычи с ней справятся. Это однозначно. Дальше еще вот этим вот гурамычем, их здесь очень-очень таки много, и инфузории тоже так не маленько, вот так вот их подкармливаем, потом еще засыпем для контрольного вот этот вот самый-самый мелкий корм, ну и немножко вот, вот сюда вот. Сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, и Данюшке можно так побольше, она ее скушает так приличненько. И остался один вот шприц. Я вот не знаю, вот эту еще, конечно же, не рано. Не рано ее кормить. Вот сейчас вот вместе с вами первый раз ее покормим, так как, ну, я думаю, чтобы корм был. Вот так вот здесь уже начинает что-то там плавать по чуть-чуть. И вот так вот, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда и совсем немножечко сюда. И вот использовали 6 20-кубовых шприцов с инфузорией. С инфузорией покончено, с Артемией покончено. И продолжаем дальше вот эту вот стоечку кормить с вот этой вот взросленькой рыбкой. Продолжаем, ребят, кормить. Вот берем вот эту вот штучку с кормом. Я себе сделал так для удобства. И у меня здесь вот внизу находятся сомики анцеструсы. Я им вот так вот подкармливаю. И еще, конечно же, аллера для гурамыча. Гурамыч что-то строит вот здесь гнездышко, вот видите. Но результата пока никакого нет с обычным гурамычем. Вот этот отсек. Вот этот отсек тоже немножечко аллера и таблетки. Пройдемся по низу. Вот здесь у меня какие-то разнобойные коридорасы. Здесь совсем иногда заплывает, но вот так вот аллера немножко и таблетка. Дальше. Здесь у меня так большие анцитрусы, 4 им таблетки и тоже немножко аллера и малинезия. Покупная старенькая, которая принесла мне потомство, и у меня очень много их. Очень много его есть. Ну и, конечно же, расплодились. Сейчас вот дальше посмотрим на них. Здесь Данюшка, Данюшка леопардовая, и тоже маленькое количество сомиков. Так вот им
забрасываем сюда. Здесь подрастает очередное поколение гурамычей. Золотистые, мраморные, но желтые. И также немножко сомика. Для них таблеточки. Вот этих данюшек я кормлю то тем кормом. В общем говоря, они еще маленькие. Я не могу определиться, какой корм они начинают кушать. Вот одной рукой, конечно, совсем неудобненько. И одну таблетку для... Там есть два сомика, по-моему. И вот здесь подрастают меченосцы и малинезия. Тоже вот так вот совсем чуть-чуть, немножечко. Дальше макропудики. И тоже там есть анцитрусы. Анцитрусы у меня везде, еще раз повторяюсь, потому что они мне очень-очень помогают стеклышко чистить. Здесь их не маленькое количество. Берем пол ложечки чайной. И вот так вот. Смотрите, какие всплески. Вот. Люблю я такие вот видео и решил себе записать еще одно из моих. Здесь у меня две самочки лялиуса. Самцы у меня пропали. Производ коридоросов, которые что-то перестали нереститься. Но вода здесь испортилась. Я ее восстанавливаю понемножку, понемножку, по чуть-чуть. Также вот немножечко им совсем корма. Они его найдут и успешненько съедят. Здесь производ гурамыч жемчужных вместе с мальками. И вот так вот совсем чуть-чуть я их подкармливаю. И также берем вот этот вот мелкий-мелкий корм. Немножечко подсыпаем малечку. Вот так вот вверху. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Дальше производ, который я оставил на производ барбусов и тернешки зеленой и синей. Вот так вот подзабрасываем. Совсем немножечко. Таракатумы так совсем любят таблетки. Вот видите, как они за ними гоняют. Также пара гурамычей, которых надо куда-то определить. А то у меня места совсем не хватает. Здесь производ моей рыбки, которую мы вместе с вами успешно нерестим. И также парочка анцитрусов маленьких, которые чистят стеклышко. Вот так вот им аллера забрасываем и также по таблеточке. Дальше в помощь нам идет табуретка. Так как не достаю я вверх. И поднимаемся наверх. Здесь такая тоже вот разнобойная рыбка, которая состоит из золотистых. Вот два вижу есть. Крапчатых, коридороса, малинезия черная, немножко макроподиков. Надо их убрать отсюда, и макроподов, и меченосцев. Надо убрать, чтобы была одна малинезия, и тогда будет малек. Где-то я читал, что они не кушают свой малечек. Ну, конечно же, было бы очень хорошо, так как они уже взрослые. И в скором времени будут давать малек. Также надо отобрать себе на производ некоторое количество. Потому что я вот там вот убрал уже у вот этих вот поменьше немножечко. Убрал уже два малечка малинезии. Даже сам не знаю, почему они вот так вот нерестятся. Вроде бы и маленькие, но нерестятся. Здесь у меня производ сомиков, коридоросов золотистых, вот эти вот помощнички, скалярия и меченоска, та, что рожала очень-очень много. И вот я и забросил самца одного. Здесь у меня производ золотистых гурамычей, также, конечно же, и вот подрастают маленькие анцитрусы. Они уже совсем не маленькие, но вот такие вот оставил себе, и вот они здесь успешненько подрастают на производ для себя. И вот этот вот корм забрасываем вверх, пускай вот эта вот мелкая-мелкая пыль кушает его. Ну и на этой стойке еще вот
два аквариума осталось. Меченосцы, малинезия. Вот так вот им забрасываем тоже немножечко. И мои старенькие макроподы большущие. Но они регулярно здесь не рестятся. Вот пены всегда здесь много. И, конечно же, анциструсы. Пара анциструсов, две самки, один самец, вон там он, пытаются что-то отнеститься. Здесь у меня немножко анциструсов я забросил, я не помню, даже 10 или 20 штучек. И остальные вот гурамычи, мелкие-мелкие. Вот. Для анциструсов таблеточки и, конечно же, вот этот пыль, докормить маленьких-маленьких гурамычей. Я не помню, желтые здесь или... Я не помню, здесь желтые или жемчужные урамычи. Я даже не помню, кого я сюда посадил. Ну и остается вот эта вот стоечка. С этой стойкой покончено. На камеру, конечно же, долго это все снимать, но вживую так 10 минут я все покормил. 20. И приступаем к вот этой вот стоечке. Здесь гурамычи, пара анциструсов, вон одна самка заплыла вон туда, вон далеко. Ну и, конечно же, аля, смотрите реакцию. Гурамычи быстренько это все дело кушают. И три таблеточки для анциструса. Вот здесь немножко, совсем-совсем, вот чуть-чуть вот этим. И вот эти тернешком и барбусня желтая глошная осталась. Также вот меченосцы тоже там три анцитруса. Здесь теплышки так совсем чистенькие, вот так вот по чуть-чуть, понемножечку им забросим. Ну и вот здесь вот остается у меня маленькие анцитрусы, этих надо еще подсчитать. А вот эти так и неожиданно ко мне пришли. Их тоже здесь немаленькое количество. И успешно живут без аэролифта, без ничего. Так что надо будет в скором времени водичку подменить. И разламываем таблеточку. Они только-только начали кушать. Вот буквально вчера, позавчера, я начал забрасывать им таблетки. И, конечно же, вот этим малышам я им забросил уже одну таблетку. Так как-то получилось. И вот еще одну контрольную, пускай вот едят. Ну и вот этот вот аквариум. Включил сюда свет и покормим вот эту вот рыбешечку. Вот так вот, немножко, совсем немножечко алера и две таблеточки. С этим справятся маленькие золотушки. Я их кормлю, конечно же, на убой. И потому здесь вода портится. Вот на видео, конечно же, получше вода, а в реальности она мутная. И совсем мутная. И забросил им вот этого алера. И надо также вот этой пыли для совсем-совсем маленьких. И, ребят, вот так вот этой пыли забросим. И что я здесь наблюдал? Сейчас, если получится, конечно же, заснять. Я вот выбирал листочки, которые без света вот отлетают от этого растения. И вот здесь вот, сейчас лампу поближе, маленькая-маленькая петелюшка. Вот под листочком, видите? Надо ее отсюда убрать. Я не знаю, откуда она здесь взялась. Кто ее мог рожать вот с этих вот малышей? Они же сами по себе маленькие. Не могу понять, но это, конечно же, хорошо. Есть здесь вот такие вот самочки по 2 сантиметра. Я не ожидал, что они вот так могут уже и рожать. Если честно, с гупешкой так, конечно же, понятно, но самки тоже здесь маленькие-маленькие. Еще один человек обещал мне подарить немножко самок побольше. Ну, посмотрим, конечно же, в дальнейшем, но надо определять эту рыбку по своим местам. Вот видите, золотушка, проглоты. Вот так вот сразу же по дне, вверх ногами, так сказать, ищут корм. Ну,
пускай вот кормятся. На этом еще кормежечка не закончилась, так как надо вот эту воду сейчас подменить у Аллофоруса и покормим еще Аллофорусом некоторую рыбку. Подменил воду, вот такая вот вода осталась отсюда, но я ее не выливаю. Потому что у меня вот стоят вон там вон два аквариума с инфузорией. Я с них сливаю в 5-литровую бутылочку вот сюда вот воду и ставлю на то, чтобы инфузория подбиралась на завтрак. А эту воду я заливаю сразу же в ту, которую убрал оттуда. Ну и получилось вот такое вот количество убежавших Аллофоруса. Я кормлю вот этих вот малышей. Так вот совсем понемножечко. Вот производу. Там, конечно же, маленькое количество вот этого червячка есть. Но вот они успешненько здесь себе кушают его. Также вот этим вот производителям немножко. Совсем немножечко. Вот они его успешно подъедают. И еще некоторое количество вот этим вот новоприбывшим малышам. Вот так вот они этот червячок поедают. Вот прекрасно. И оставшийся червячок я даю вот малышам. Так вот, сюда жемчужным, немножко совсем, сюда вот золотистым, вот они его кушают и хорошенечко растут. Также вот меченосца, сюда вот они вот прячутся везде, вон там маленькие-маленькие, и остальную. Он промытый, вот так вот выглядит, и вот так вот вместе с сачком ложу вот так вот для остальной рыбки. Она его скушает, вот здесь меченосцы, зернышко одна, две какие-то зеленые, ну и остальная рыбка. Пускай они его съедят, вот одну сторону съедят вот эти, вторую сторону съедят вот эти, потому что вот этот червячок, он прячется сюда наверх. Тот, что снизу съедают, а остальной переворачивают через некоторое время вот сюда вот. Ну и рыбка покормлена. Только сейчас осталось махинации вот с инфузорией немножечко сделать и все. Ну и конечно же совсем забыл. Ребят, убрал я вот этого маленького-маленького малечка, пересадил я его сюда к меченосцам. И это я сделал оплошность, потому что и он красный, и они красные. Но будем надеяться, он выживет здесь. Также покормить же золотушку. Вот такой вот сачочек. Закидаем. И золотушки много-много-много вот корма. А то они съели почти весь. Это очень хорошая растительная добавочка вот этой вот прекрасной рыбочки. Ну и в скором времени они будут переезжать. Ну и, ребят, кормление прошло успешно. Вот так вот я кормлю свою рыбку. Кто знает, может, что-то подсказывайте. Я ваши комментарии, конечно же, прочитаю, услышу, приму к сведению и буду что-то улучшать себя, как это делаю всегда, в принципе. Ну и с вами был Александр. Всем приятного дня. Вот такого настроения. Удачки и пока.